Сегодня мы рассмотрим термос, используемый в вооруженных силах Великобритании. Данный термос имеет маленький объем 500 мл. Выдается такой термос каждому военнослужащему для заваривания чая или кофе. Термос изготовлен из нержавеющей стали, окрашен снаружи черный цвет. Крышка имеет уплотнительное кольцо, что не допускает протекания. Также в крышке имеется полость, куда можно положить сахар, либо соль, либо какие-либо специи небольшие. Термос держит температуру около 9 часов. Данный термос можно использовать как кружку, в нем температура чая или кофе будет оставаться постоянной и хорошо подойдет для небольших туристических походов и отдыха на природе. Ну вот мы и в лесу. Очень хочется есть. Чтобы не связываться с разведением огня для приготовления горячей еды, мы взяли с собой армейский английский термос малый. И набор для еды, он же столовый набор армейский в Венгрии. Сегодня нам нужна будет только ложка, потому что в английском термосе, крышку которого герметичную, удобную, мы откручиваем, налит горячий, аппетитный супчик, мамин супчик. Широкое горло этого термоса позволяет налить в него или положить в него все, что угодно, от чая до каши, и есть прямо ложкой. Не используя тарелку или миску. Вкусно, приятного аппетита, дорогой Олежка.